Ну что, друзья, продолжаем смотреть «Войны клонов». Каждый день, седьмая серия. Девчонки попали в западню. Сейчас будем смотреть, как они будут выбираться. И по трейлеру я помню то, что там была битва Асоки и Дарта Мола. Походу он появится сейчас скоро. Прошлое не обязано определять твое настоящее. Пленники байков. Асока Тана объединилась с сестрами Мартес из нижних уровней мегаполиса Корусанта. Захотев положить конец спорам Асоки и Рафы, Трейс Мартес сбросила Спайс в космос. Потеряв веренный им груз, группа попыталась обмануть байков, но их раскрыли. Слушай, Спайс сбросила ты. Мы бы выполнили заказ и спокойно улетели. Факт возможно в том, что с помощью этого Спайса байки разрушают жизни. Нельзя наживаться на страданиях других. Я точно не позволю. Ты это слышишь? Да у нас тут джедай. Пару лет назад на поверхности Корусанта, откуда пришла ты, был побег. За ним пришли джедаи. Мы вместе с остальными наблюдали, как они гнались за ним вниз по шахте, перепрыгивая со спидера на спидер. Корабль стал быстро падать. На него заскочил джедай, чтобы вернуть управление. Джедай увел от него корабль. Прямо в стену шахты. А за этой стеной был наш дом. Азира даже не поймали. Отвлекающий маневр помог ему скрыться. Мне пришлось выбирать. Не волнуйся, с тобой прибудет сила. И все. С тех пор я каждый день кручусь, чтобы наладить нашу жизнь. Чтобы ее не определяли ни джедаи, ни преступники, ни кто-либо еще. Мартес, идешь с нами. Которая? Рафа. Даже не трогай ее. Да, верно. Берите ее. Если умру, оставляю весь бизнес тебе. Так мне не нужен этот бизнес. Все равно оставляю. Пора бы воспользоваться джедайскими штучками. Хотя, вряд ли это возможно. Жестко. Жестко. Ну, пока вообще представления не имею, что произойдет, как они выберутся. Слушай, Рафа ведь правду говорит. Отпусти ее! Прошу, позаботься о ней! Так, ну это допросы, я так понял, да? Девчонка, молодец. Неплохо. Но как вы убежите? Рафа! Да не знаю я, где Спайс! Тихо, тихо! Все хорошо. Эй, выпусти нас! Ну же! Никто не попадет, как закрылось. Ну, опасно было сейчас. Ай-яй-яй. Помогай. Мы не можем бросить ее. Стоп, куда она делась? Не допрыгнула. А те двое где, интересно? Наконец-то мы можем сбежать. Ну, это еще фиг знает. Ладно, Асока, ты у нас находчивая. Сходи и открой ворота, пока мы отвлекаем охрану. Ты наивно считаешь, что моя часть будет сложнее, так? Ну где вся охрана-то? Блин, жестко тут показывают удары. Да, четверо на одну, да? Держись. Да задуши. Ну, хотя бы, да. Как-нибудь просто оттолкнуть же можно. Ну, охрана тухлая, конечно. Дайте пару кредитов. Я уже давно не ел. Похоже, что у меня есть кредиты. Не найдется пары кредитов. Нет, проваливай. Стойте.
разыскиваете их? Вот они. Бежим. Вот так вот. Не помогли и в итоге сдал. Это же... Блин, почему забываю имена? Ну, по-моему, это та самая. И что скажешь? А-а-а. Не уверена. Она похожа на джедая Скарлака. Она может пригодиться. Спутал. Но я понял, кто это. Вы не хотите узнать, где Спайс? Ваша подружка еще где-то прячется. Вот же еще это не пытали. Ну что там делает Бо-Катан? Все, казнить обеих. Асока! Блин. Прикол. Даже путь не, чист! Не летим ранен. За Рафой! Их я устал ранен. От этой планеты. Я знал, что они послужат отличной приманкой для тебя. Собираешься снова нас пытать? Пока вы не отдадите Спайс. Наркоманы. Век живи, век учись, Рафа. Только будет ли у нас век? Хорошая серия. Я думал, что они все-таки выберутся оттуда. Но нет. Классно, что появились мандалорцы, Бо-Катан. Интересно, что она там забыла. Что делает? Ну, я так понял, они помогут им выбраться. Возможно, может нет. Ну, скорее всего, да. И... Ну, провернут какое-то дело. Она же рассчитывает вроде как на нее. Ну, возможно. А так, в общем и целом, серия неплохая. Вот там сбежавшие эти... Ну, заключенные, типа, я думаю, может, они еще как-то... Ну, знакомые лица были. Я думал, они как-то помогут, но нет. Вообще... Да все, в принципе, что сказать. Побег из тюрьмы не удался, так скажем, у девочек. И вроде уже Рафа более-менее как подружилась со Сокой. Но что интересно будет, когда она узнает то, что она джедай. Кстати, та история, по-моему, тоже была в «Войнах клонах», я точно не помню, но я помню, что была погоня за кем-то, как раз... там насчет взрыва что-то было в храме джедаев. Возможно, это та погоня. Не знаю, я уже столько погонь видел всяких разных. Все в башке перепуталось, перемешалось, уже имена все забыл. Вот. Как вам? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Check it out.